Всем привет, с вами Кононова Анна, проект Фаберлик Онлайн и мой свекор Евгений. И у нас так получилось, что я заказала курточку, и она оказалась великовата, хотя у папы всегда был есть 54 размер, но походу эта курточка больше мерка, поэтому будьте аккуратны при выборе. Если вы будете покупать данную курточку хотя бы на размер поменьше, то у вас будут более хорошие впечатления. Итак, на папе сейчас утепленная куртка для женщины, артикул 520-558, модель 158М1101, цвет серый, размер 54. Верх, подкладка и утеплитель, все идет 100% полиэстер. Ну, как вы видите, курточка тут непростая, да, то есть цвет такой светло-серый, приятный, да, швы идут по спинке, да, несколько швов. Карманы, пап, из какой-то ткани они сделаны, эти карманы? Такие как будто бархатные, да, немножко? Да, где-то так. Вот, да, есть немножко, да, и вот как вы видите, спинка спереди тоже там есть немножечко такой вот, типа бархата. Вот, далее, значит, замок очень хороший на изделии, великолепный, пластмассовый, очень удобный, застегивается, пап, расстегивайся. То есть, как бы, никаких нареканий, так изделию-то нет. Отличная куртка, сделана со вкусом. Замок двухсторонний? Нет. Односторонний, крупный такой пластмассовый, да, замочек. Внутри есть один карманчик. Вот, он тоже на молнии идет и, в принципе, довольно-таки глубокий. И вот, вы знаете, все хорошо с курточкой, ну вот просто великовато, поэтому будете одевать своих мужей, дедушек, братьев, сыновей, берите, конечно, на размер, а то, если человек худой, то можно и даже на 2 размера меньше, я так думаю, потому что, ну, вообще велика очень сильно, рукава длинные. А вот, кстати, на рукавах еще есть резиночки. Резиночки есть на рукавах, да, то есть таким вот образом очень удобно. И капюшон еще, пап, не показали. Капюшон не затягивается, да? Затягивается. А, затягивается капюшон, а отстегивается ли он? Отстегивается. Отстегивается? Нет, он вшит. Вшит капюшон, не отстегивается, вшитый. Он идет на 2 застежках спереди, да, то есть такой, чтобы ветер не продул. А сама горловина на курточке выполнена в виде резинки. Да, то есть, ну, вообще классная куртка. Вот такая хорошая, добротная курточка. Мне она в каталоге очень понравилась. Я решила вот папе взять и прогадала с размером. Но он и есть 54-й, и все вещи Фаберлик ему всегда шли 54-й. Поэтому посмотрите, какая дилемма. Мой муж ростом... сколько папа ростом? 185. Отец 175. Да, отец ростом 175 и носит 54 размер. Антон ростом 186, да, и носит 56 размер. И она ему еще великовата в районе низа, да. Смотрите, видите, еще вот отходит, вот поддувать. Вы представляете, на 2 размера оно точно больше мерит. Антон, тебе свободно в курточке? Ну да, кофту надеть, как раз будет. Кофту надеть и будет как раз. То есть эта курточка отправляется моему папе, который чуть-чуть Антона выше, и просто переходит в 58 размеры. Мое чувство таково, что это 58 размер курточки. Ну, минимум 56-58. То есть вот отправляем к папе в Мурыгина, да, то есть, и если она ему подойдет, то он ее себе для себя оставит. Ну, курточка мне просто понравилась, я свекру сразу взяла, но это вообще такой контраст, он в ней стоит, как, не знаю, как в платьишке в этой куртке. Поэтому имейте в виду, что курточка большая мерка, реально на 2 размера больше мерит. Привет из Мурыгина! Аня посылала курточку для папы, размер 54, цвет серый. Утепленная куртка для мужчин. Артикул 520-558. Курточка нам подошла, идет в размер. Папе она очень понравилась. Мы довольны.
сейчас обновочки для юной модницы. Посмотрите, какая красота. Сейчас мы все это будем примерять. Вот так вот классно и здорово компания Faberlic для нас выпустила такую суперскую одежду. Ой, ну вообще супер классно. Да, смотрите, какое пальто, какое красивое пальто, да, какие колготочки классные. А вот и модница наша пришла. На Виктории утепленная куртка для девочки, артикул 520-575, цвет ягодный, размер 122, состав верх, подкладка и утеплитель, все идет 100%. Все идет 100% полиэстер. Есть, как вы видите, антизакус. Так, да, замок двухсторонний идет, да, застежка суперская на резиночке, очень красиво приталивает. Очень подходит каштанам, прям классно, да. То есть, ну, смотрите, полный комплект. Люба, а капюшон не регулируется? Нет. Не регулируется, но он там теплый, как вы видите, проложен чем-то светленьким, таким тепленьким. Да, мех искусственный. Капюшон не отстегивается. Также я вижу, идут светоотражатели. Спереди, да, вдоль замка идут светоотражатели. И на капюшончике идут светоотражатели. А как у нас выполнен сам рукав? Если там ограничитель или еще что-то? Нету ничего, да? То есть, смотрите, если в прошлый раз мы брали курточку 122 размер, и она нам была как раз, то тут... Мы тоже взяли курточку 122 размер, да, на ростовку 110. И потому что мы плотненькие девочки, нам даже очень хорошо. Очень красивая курточка. Сейчас девчонки ее снимут, и я отсниму вам ее прям всю в подробностях. А, Люб, еще глубину кармашков скажи. И они, по-моему, застегиваются, да? Карманы. Где карманы? Карманы. Вот они. Они не застегиваются. Ну, там, вот как ты думаешь, если ребенок туда, допустим, вот складировать свои перчатки? Нормально. Нормально? Не выпадут, да? Ой, ну красотка. Устала, тебе жарко, да? Тебе жарко. Давайте рассмотрим курточку подробнее, потому что курточка действительно стоящая, действительно классная. Давайте вспомним ее артикул для начала. Так, значит, вот на нее аннотация 520-575. Курточка, ну, просто супер, да? Вот светоотражающие полосочки идут. Тут вдоль по всему замочку светоотражалочки. А самое классное, это такой вот мягкий классный капюшон. Имеется, куда вешать, да, то есть петелька. Далее ограничитель, антизакус, вернее, стоит. Внутри она очень мягкая, очень классная ткань. Вот, кожа будет в ней дышать. Она очень даже такая плотненькая, но до минус нет. Минус, наверное, нет, но я думаю, что ну, минус 5 максимум эта курточка пойдет, но уже с кофтой, если минус 5. Так, тут у нас идут такие пушистые как бы манжетики, но эти манжетики как бы недалеко уходят, да, то есть вы их можете загнуть, подогнуть, наружу сделать, то есть будет красиво. А тут идет что-то типа какой-то такой вот бархатной ткани, очень симпатичной, да, посмотрите сами. Вот, и тут вот прослоечка, как бы рукав, и вот подмышка, и вот эта вот боковая часть, да, такая вот как бы идет прослоечка вот этого вот бархата. Качество просто суперское у детской одежды, просто... Просто наивеликолепнейшие карманы. Ну вот полностью моя рука влазит, да, то есть вот, вот до сюда не где-то. Перчаточки точно не выпадут. Замочек двухсторонний, пластмасска. Курточка просто великолепная, просто суперская. Замочек тоже очень-очень удобный. Да, то есть даже одной рукой можно и пристегнуть, да. Ну, обычная пряжечка. Очень симпатично. Давайте посмотрим, что у нас сзади. Сзади баллонька-баллонька, да, такой вот ремешок. И, в принципе, вот вся ткань, она поделена на секции.
Мне очень понравилось, очень симпатичная вещица. Ну и еще плюсом мы заказали вот такие колготки на пробу. Идут в горошек, однотонные, да, но в горошек. Так, значит, у этих колготок артикул получается цвет лавандовый, размер 116-122. А состав хлопок, 8 полиэстер, 10 спандекс, 82 хлопок. Так, значит, смотрите. По идее, на 4-5 лет надо заказывать ростовку 104-110, и рост у нас 110 сантиметров. Но мы заказываем ростовку 6-7 лет, это 116-122. И нам невелико, нам ребенок худенький, да, худенький ребенок, то тогда, конечно, вам надо размер в размер заказывать. Если девочка, как наша, идет крупненькая, плотненькая сама по себе, то тогда, конечно, лучше вам заказывать уже... получается лучше всего заказывать на размер больше, да, то есть вот такой вот рисуночек, вот. А вот у этих колготочек с артикулом, так, не фокусируется, не хочет, с артикулом 830-00-72 у них там идет другой немножко рисуночек, да, вот такой вот мелкий. Но они тоже симпатичные. Стопа тут идет формованная. Никаких нареканий колготочкам нет. Они не холодные, но и не супер, не пупер теплые. Да? То есть они идут там без крутого какого-то начеса. С таким вот рисуночком. Они тоже как бы... Ну, я считаю, что не марки, а под штаны. Да, то есть их можно одевать. Очень даже хорошо. Специально беру такие, что вот под штанишками мы белые, светлые не носили. А, то есть очень удобные. Спереди одна полосочка, да, как вы видите, сзади две. И так на всех колготочках от компании Faberlic. Носочек у всех, да, то есть... Сейчас мы примеряем штанишки, утепленные брюки для девочки. Артикул 520-646. Цвет ягодный, размер 116, верх, подкладка и утеплитель, все идет 100% полиэстер. Взяла 116, и вот честное слово, я знала, что они будут такие классные, поэтому я взяла сразу двое штук. Одни уже у нас попали в стирку, из-за того, что мы не всегда можем совладать с желанием не окунуться в лужу. Вот, поэтому вот сейчас наша красотка примеряет 116-е штанишки. Вот, да, смотрите, резиночка, снизу идет, да, лялечка, снизу идет такой вот ограничитель у штанов, резиночка, лямки регулируются, можно носить всяко разно. А крест-накрест их можно ли подевать? Мне кажется, что... Все пришито уже, они крест-накрест есть. А, крест-накрест уже есть, да? Ой, ну просто великолепно. Вика, нравится? Нравится? Сейчас одену. Да, и белые полосочки, кстати, к месту, да. Мы примеряем шарф детский, артикул 600-289, цвет голубой, размер 130x120, 100% акрил. И шапку детскую, артикул 600-288, цвет голубой, размер 21x20 сантиметров. Состав 100% акрил. Ну, я могу сказать, что очень симпатичная шапочка, но она на осень, причем мне кажется, что она на раннюю осень. Вот, и я думаю, что сверху надо заколочку приколоть, потому что еще пока что она ей немножко великовата. Да, вот тут вот что-нибудь сделать, может быть, шовчик какой-нибудь, тогда будет, наверное, хорошо. Ну, и как обычно, если ребенок подвижный, обязательно должны быть завязочки по бокам. Тут завязочек нет. Мне кажется, что... Люб, как ты думаешь? Вот поддувать, да. Вот поддувать, да, и как бы... Ну, в принципе, очень красиво, да. Вике нравится новая коллекция, как вы видите. Ей нравится на себя любоваться. Сейчас мы будем примерять платье на замочке. Трикотажное платье с длинным рукавом для девочки. Цвет темно-синий, размер 116. Артикул 520-622. Состав 65 вискоза, 32 полиэстер, 3% эластан. Вот такое вот платьишко. Ну, что могу сказать? Не маркое, не маркое, не длинно, не велико нам, да? Ой, то есть... ой, ой, ой. А, да, какая ляля, да. Да.
Вот такая вот красотка, да? Да, с кисочкой. Виконька, посмотри на маму. Ой, какая красавица. Да, действительно, платьишко классное. Обратите внимание, какая красотка, какая шикарная девчонка. И очень красивые стразики на животике. Очень красивые стразики, да? О, вообще классно. Очень здорово. Сейчас мы примеряем трикотажное платье с длинным рукавом для девочки. Цвет светло-лиловый, артикул 520-611, размер 122. В составе идет 65% хлопок, 33% полиэстер, 2% эластан. Ой, ну красотка, ну красотка. Вот это лялечка наша. Ой, какая красотка. Наверное, на бок можно пояс-то сделать, да? Посмотри на маму. Ой, красотка. Да, очень даже хорошо. Кстати, я не могу сказать, что 122. Не могу сказать, что 122 нам маловат. Нет, нисколько не маловат. Вот смотрите, как сзади смотрится платьишко. Как оно смотрится сбоку. Ой, великоват наоборот, да? Как смотрится... Ну, вообще, как бы, да, очень красиво. Рукава, кстати, длинноваты, но это все вперед иголкой и под огнем с удовольствием. Ну, все. Сейчас мы примеряем трикотажный джемпер для девочки. Артикул 520-956. Ой, ну, слушай, нормально, да? Цвет розовый, размер 116, 80% хлопок, 20% люрекс. Виктория себя оценивает. Ты себя оцениваешь, да? Ты красотка? Ты красотка, покажись. Ой, какая красотка. Да, нравится, да? Блестит, красиво. На рукавчиках такие тянущиеся резиночки, манжетики. Ну, вещь нам 100% понравилась, 100% будем носить. Очень хорошо смотрится. А на нас трикотажная фуфайка с длинным рукавом, да, вот такие колготочки, да, лялечка. А, трикотажная фуфайка с длинным рукавом для девочки, цвет светло-лиловый, размер 116, 100% хлопок. Любаш, покажи нам девочку, пожалуйста. Артикул 520-634. Вот такая вот красавица. Очень красиво, очень классно. Мне понравилось. А там у плеча стоит ограничитель или нет? Пойдем покажем. Да, кнопочки. Есть у нас кнопочки. Кнопочки есть, да? Вот кнопочки у плеча. Ну, в общем, такая вот красоточка. Ну и смотрим на нас колготочки. Очень классные. Люб, а докуда рисунок? Ага, вот так рисуночек. А, это у нас идут колготочки 100 ден. А, состав 82 хлопок, 8 полиэстер, 10 спандекс. А, смотрите, у нас тут идет размер 116-122, да, то есть артикул 830-078. То есть 116-122, то есть 104-110 нам маловаты. Нам маловаты. Так, Вика пошла спортом заниматься. Да, ты пошла спортом заниматься. Вот такая вот красотка. В принципе, здорово и классно. Так, вот еще такая же шапочка. Точь-в-точь, как голубая, смотрится на Викуське. Очень симпатичная, да. Весьма такая плотненькая. Ну, вот если ее на свет взять, да, то вот прям над самой лампой, то вот таким образом вот она просвечивает. Ну, это прям вот, смотрите, лампа, да, лампа. И вот над лампой, да, вот спрашивают плотность. Ну, мне кажется, что это нормально. Если какой-то ветер, то капюшон никто не отменял. И очень симпатичная шапочка. Очень понравилась, прям безумно-безумно. Помпончик мягкий, прикольный, стираться будет здорово, распушаться обратно он будет легко. Значит, вот такая вот шапочка детская, артикул 600-290, цвет розовый, размер 21/20. Ну вот, на мою пятилеточку самое то, прям размер в размер. Отлично, отлично. Слегка немножко вот тут вот великовато, но тут можно сделать шовчик и носи она с удовольствием. Да, такая вот шапченочка. Далее вот такой вот шарфик. Это изнаночная сторона, это лицевая сторона. Низ изделия выполнен таким образом. То есть такой ровный обычный шарфик, длинненький, хорошенький. Самое то размерчик.
да, 130 на 20 сантиметров, розовый, 100% акрил, артикул 600-291. Вот еще такая вот красота.